сегодня мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм с детским костюмом «Капитан Пиратов». Такой же индивидуальный полиэтилен на упаковочке, золотопарочка с ручками, удобный костюм, карнавальный костюм. И вот так он выглядит в сложном виде. Давайте посмотрим, что у нас состоит сам костюм «Капитан Пиратов Лиловый». Вот такая вот шляпа. Смотрите, здесь она на липучках идет. Три липучки. Тут можно прилипать. Вот так вот можете прилепить. Или просто прицеплять, а так носить. А здесь у нас резиночка под голову. То есть она не упадет. Даже если будет прилипать. Шляпа универсальная, она идет для одного размерчика, для любого времени выбора. Хотите сказать, шляпка, бескурсная замуж, такая вот шляпка. Так вот выглядит шляпа. Также в комплекте у нас входит такая вот штанишка на торце, были. Здесь вот такие вот ботиночки. Также они идут в цвет шляпы, лилового цвета. И так вот смотрятся на ножки. Штанишки на резинке тянутся. Резинка. Также в комплекте входит пояс под цвет штаны. Вот такой вот черный, золотистой вышивкой. Пояс. В комплекте входит ярко-желтая рубашка. Перекрывается она на завязочках, рукава на липучке рубашки, то есть регулируется воротничок, рубашка и повязка. И в комплекте у нас тоже камзол, такого же цвета, как и шляпа, зеленого цвета. И здесь костюмная карта. Здесь также внизу перекрытается завязочками. Рукава с длинными манжетами, черными. Вот так вот видите, как они внутри. То есть здесь тоже повязка на глаз.